Льва Толстого, 49. «Славься, Отечество! История великой страны оживет на глазах миллионов телезрителей. 4 ноября ВГТРК проведет всероссийский 16-часовой онлайн-марафон в честь праздника «День народного единства». В прямом эфире зрителей ждет захватывающее путешествие вглубь веков. Они перенесутся на 4 столетия назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов». Этот телемарафон расскажет о непростой, драматичной, полной героизма, героических событий истории нашей великой Родины. Обо всех народах, живущих на территории нашей страны, об их культуре, обычаях, истории, религии, традициях, об их прошлом и настоящем, о том, как все народы, объединившись вместе, созидали, строили нашу великую страну. Присоединиться к онлайн-марафону «Славься, Отечество» можно из любой точки мира. Трансляция начнется в 8 часов утра по московскому времени на платформе smotrim.ru.